Послушай, это когда тебе будет тяжело. Ты сейчас очень переживаешь из-за будущего. Ты с детства уже думал не так, как другие. Ты мечтал о большом, красивом будущем. Так вот, пора заняться своей жизнью. Возьмись за учебу, за саморазвитие. Хватит проводить много времени в виртуальном мире. Вспомни себя ребенком. Разве ты можешь разрушить его мечты? Свои мечты. Сделай глубокий вдох. Отложи телефон и подумай прямо сейчас о том, чего ты хочешь от жизни. Выпиши все на бумагу и начни действовать. У тебя все получится. Ведь ты заслуживаешь лучшего.